Lungenjäten! Er hat mein Lungenjäten! Alles verdient zu sterben! Это шоу. А я главный герой в черном капюшоне. Нет, нет, нет! Я сказал нет! Я имею право на общение с клиентом. Видишь? Видишь? Читай! Я имею право общаться с клиентом один на один. Хочешь, я судье позвоню? Пойдешь завтра другую работу искать? Ну что, пустишь меня повидаться с клиентом или будешь меня проверять? Что это? А ну, сними с него колпак! Шнель, мудила! Эх, что за... Как он будет со мной говорить, если у него во рту этот кляп торчит? Мне плевать, вынимать не буду. О, господи! Дай же нам поговорить наедине! Хреново ты выглядишь. Черт! Похоже, ты при смерти. Я серьезно, видок у тебя тот еще. В общем, слушай, суд над тобой состоится через пару недель, а потом тебя собираются казнить. Этот цирк будут транслировать по всем телевизорам планеты. Чтобы подобной херни не случилось, мы вытащим тебя нафиг отсюда, вот прямо сейчас. Это дерзкий план, но тебя так плотно обложили охраной, что другого способа у нас как бы и нет. Сечешь? Ты бы знал, как мне пришлось вертеться, чтобы попасть сюда, при том, что я твой адвокат! Бесит вообще. Короче, сейчас я притворюсь, что ты на меня как будто напал. Сюда войдет ублюдочный охранник, и пока он будет тебя искать, я подкрадусь к нему сзади и воткну эту малюсенькую штуковину ему в основание черепа. Я заберу его ключи и пушку, потом выкачу тебя отсюда к лифту, замочу по пути нацистов, если они появятся. Спустимся в гараж, где Аня, Бомбата и остальные ждут нас в машине. Так, ты готов? Дурдом начинается! Твою мать! Как же больно! Ты не представляешь! Давай вынем из тебя этот гребаный кляп! Итак, на улице нас ждут погоня и пули. У них там снаружи танки, чувак. Но мы тоже припасли парочку фокусов. Если попадем на улицу, справимся. Самое трудное... Спуститься в гараж. Эй, на помощь! Откройте дверь! Этот мудак на меня напал! Сломал мне нос и бежал через ту дверь! Вон туда! Жуткий Билли! Он на свободе! Назад! Они ему помогли! Они ворвались в ту дверь и вытащили его! Это были пришельцы из космоса! Шнет! Gott! Zimmermann, Sie haben Talent. Sie sollten zum Film gehen, bei Helene vorsprechen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Идиот. Обречен. Едва вошел в это здание. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. Liebling, so lieblich. Открывай рот. Открой. Пошире. Да, вот так. Как тебе на вкус? Как тебе на вкус? Это порох от пули, убившей твоего друга. Ну, каково это? Тебе нравится вкус? О! Слышишь? Мои штурмовики взялись
за твоих друзей в гараже. Ты зануда. Я лучше пойду туда и развлекусь. Аня, моя семья. Прошли недели или больше. Я угасаю. Молюсь о скором конце. За кражу и порчу частного и общественного имущества, содействие противнику, пытки, терроризм, в том числе ядерный, в стране и за рубежом, измену родине за тысячи чудовищных убийств. Вы признаны виновным, мистер Уильям Джозеф Бласковиц! Даже при моей работе я редко сталкиваюсь лицом к лицу с истинным злом. Мне жаль, что высшей мерой наказания, которую я могу вам назначить, является банальная смерть. Смерть, мистер Бласковиц! Только быстрая, легкая смерть! Пристав! Thank you.
там. О, сынок. Я думал, что потерял тебя, мама. Что никогда тебя не увижу. О, Билли. В жизни полно сюрпризов. Одни дарят радость, другие разбивают сердце. Я был тебе нужен, но меня не было. Я бросил тебя. Было так больно, Билли. Покинув дом, ты словно вырвал мне сердце. Но невзгоды не вечны, ты ведь знаешь. Хотя каких-то не избежать. Мне пришлось остаться, чтобы ты смог уйти. И теперь ты, а не я, в беде. За меня не бойся. Мои беды позади, сынок. Я не хочу туда возвращаться. Мама, я больше не могу. Ты сильный, Билли. Мы умеем выживать. Боремся даже, когда вроде все кончено. Ты весь в меня, сынок. У меня дети, мама. Они еще не родились. Я хочу их видеть. И чтобы ты их увидела. Я скучаю. Мы будем вместе. Скоро. Осталось всего одно испытание. Пристав! Теплое одеяло снов сорвано ветром реальности. Шикарно. Смотрелись вместе. Милый, ты разбил мне сердце. Старые, немощные, обречены. Внимание, Киндерлех! Внимание! Так, у нас меньше 7 секунд. Ну, на старт. Приготовились? Внимание, Макс, Бампата! Хватайте! Аня, давай! Скорее! У нас 3 секунды. Мозгу срочно нужна кровь с кислородом. Иначе конец.
Он живой? Отвечай, он жив! Боюсь, мы опоздали. О, нет! Нет! Что? Его мозг работает! Да! Он жив! Сэр. Ты чертов гений, Сэд, ты это знаешь? Сэд. Макс прав. Пора убираться отсюда. Он готов к перевозке? О, Гот, он тут. Шайзе, это сэнде их. Гляди, гляди, он очнулся. Ай, глянь на этого везучего хмыря. Из всех людей на планете только он так крут, что выжил с отрезанной головой. Пан Бласковиц, ты слышишь меня? Ага. Так вот, слушай. Какое-то время назад Кайролайн украла тело новейшего суперсолдата, выращенного в нацистской биолаборатории. Очень-очень впечатляющий экземпляр. Анали, будь добра, покажи ему. Смотри, Уильям. Сэт установил эту штуковину, чтобы соединить твою голову с новым телом. Аня. Кендрилер, я же... Моя семья. Прошу тебя, поди сюда и помоги мне. Так, это очень редкое снаряжение для нацистских суперсолдат, которое наши ребята нашли на поле боя. Все образцы сломаны. Но у меня есть материал, чтобы починить одно из устройств. Тебе нужно решить, какое ты хочешь. Выбирай. Моргни один раз, чтобы выбрать вот это. Дважды то, которое в середине. И трижды вон то. Ну что, Ингеле, приступаем. Я дам тебе наркоз. До скорого. Я не сплю, я не спал, я... Ной год. Как самочувствие, Бласковиц? Можешь двигаться? Ну, да, можешь. Покажи нам. Покажи. Я чувствую силу. Ты помнишь свое имя? Скажи, ты ведь помнишь, чем занимался последние 2 года? Кроме убийства нацистов. Если ты еще раз умрешь, Уильям... Я сама тебя убью. Пойдем, я дам тебе одежду. А потом отправь его ко мне. Ну, ты видела канцеля? Аздугизайн? Аздугизайн? Шимшин? Аздугизайн? Аздугизайн? Шимшин? Мистер Бласк, как я выгляжу? Как новенький, Ингели, как новенький. Глянь на себя. Я рад, что ты с нами. Вот это то же, что у Шашаны. Так, нет, не трогай. Оно соединяет твою голову с телом. Очень-очень важно не теребить это. Иногда может пощипывать, покалывать. Не обращай внимания, не волнуйся, это нормально. Если что, сразу говори мне. Например, если твоя голова начнет отторгать тело. Мэтьюс! Мэтьюс! Это взаимно, Макс. Макселе? Так. Я починил штуку, которую ты выбрал. Надень ее. Посмотрим, что получится. Да, Шимшин, у тебя теперь очень-очень мощное тело.
Насколько сильная? Ну, силовые скобы скрепляют его вверху, так чтобы конечности не оторвались даже при огромной нагрузке. Что это дает? Ну, к примеру, ты можешь пробить вот эту стену. Да, Ингели, ты можешь пробить эту стену. Просто беги на нее как можно быстрее. Давай, поверь в свою силу. Да, мистер Баскервиль, да. Не стесняйся. Экспериментируй на полигоне до тех пор, пока ты не сможешь в полностью. Спасибо. Возьми назад свои крылья. Они мне больше не нужны. Ты знаешь, это настоящее чудо. Поди-ка сюда! Бласковец! Дружище! Какое счастье! С возвращением в мир живых! О, с возвращением и все такое, Бласко! Я бы ущипнул тебя за щеку и потрепал по башке, но... Если мы уроним эту штуку, она рванет и потопит всю лодку нахер. Можешь подойти сюда и помочь? Макс Хас. О боже, а вот и дурак явился. Отойди, Макс, это опасная штука. Она делает бабах. Ох, ребята, молитесь, кобзец нам. Он всех угробит. Нет. Макс Хас. Поносная херь, что это сейчас было? Отлично, Макс. Великолепно! Ох, Юя, пердун старый. Иди. Растрогался из-за тебя Бласко. Нам еще нужно получить эту штуку по пути. Ты спишь? О, да, я хочу немного отдохнуть перед Новым Орлеаном. Путь у нас долгий. 5 минут хватит. Обними меня, ладно, Уильям? Он был там, Аня. Я видел его и больше не боюсь. О, Уильям, а что с мамой? Что случилось в гараже? В гараже? Когда вы спасали меня в первый раз? Люди холодные напали на вас в гараже. Я слышал выстрелы. Это ерунда. Мы припасли пару фокусов. Как и сказал суперчудила. Эй. Ты не ответила на мой вопрос. На какой? Это правда?